Este o competiție mult așteptată. Pentru mine asta e ca o sărbătoare. Pentru experiență, să zicem mai bine. O nouă experiență și o nouă provocare. Da, am avut traumă undeva în jur de o lună, am făcut pauze, dar mă simt ok. Da, băieții erau destul de pregătiți. M-am luptat, am arătat ce am putut, adică se putea și mai bine, asta e. La Eagle 10, cred că să ne vedem. De acum în mai nu voi lupta, dar noi, următorul Eagles, voi participa. Cu mare plăcere. Нет, к сожалению, в моем весе здесь нет конкурентов. Что это в очередной раз указывает на то, что у нас немножко дефицит с тяжами. Но увидел очень много молодых, талантливых ребят, которые в легких весовых категориях дерутся, как говорят, с огнем в глазах. И сегодня мой состоялся дебют как тренера. Сегодня мои 15 ребят выступали. В принципе, практически всеми доволен. Некоторые могли бы получше выступить, но в общем, просто замечательно ребята отработали, выполнили домашнюю программу. В целом доволен. Сегодня прошел первый чемпионат Республики Молдова по любительскому ММА после того, как объявили об объединении двух больших мировых федераций любительского ММА. Что стоит там за этим, какие-то подводные течения, это уже другое. Но самое главное, что мое мнение, что в этом выиграет только ММА. ММА как спорт, потому что объединение двух больших китов, которых поддерживают такие организации, как M-Global с одной стороны, а с другой стороны знаменитая UFC, конечно, это приведет только к популяризации ММА во всем мире и, я думаю, надеюсь, к признанию ММА как спорта, признанию всеми организациями спортивными. Так что мы не отстаем от этого, идем вперед. Сегодняшний чемпионат страны показал, что у нас есть очень хорошие ребята, которые растут и будут участвовать в любительском ММА. Кто нет, перейдут в профессионалы. Так что могу сказать, что даже сегодняшний бой один, реваншем этого боя будет, наверное, бой открытия на Eagles 9 26 мая. Всем удачи, победы, занимайтесь спортом и все у вас будет хорошо. Мы команд пригласили форте Бенику, антренер Бунь, по экипу Буна, не просто шорт. Меня задя, кстати, альти медали, альти премии. Ну тогда у нас есть он скоп, я тебе радикала он не вел мой сус, адика я сын тенча по турцам, но радик с каром сус. La alte lupte mai serioase, la Eagles, la alte gali. Da, три боя сегодня завершили досрочно, все три болевые. Была такая установка выиграть этот чемпионат без единого удара. Все прошло отлично. Я доволен. Дальше, честно говоря, нет каких-то планов конкретных. Будем уже, исходя по случаю, как чувствовать. Сейчас немножко с этим сложно. Mulțumesc frumos. Sigur, mă simt o campioană și sunt fericită că am învins. Sincer, am avut multe emoții, ca de obicei, dar am avut încredere în mine pentru că am muncit și, sigur, am arătat un rezultat bun. Nu mi-am făcut multe planuri, vreau să muncesc și să ajung, desigur, în Eagle și mai departe. Подведены итоги соревнований, подведены итоги чемпионата Молдовы, определены победители, чемпионы Молдовы по категориям молодежи 16-17 лет и взрослых. Результатами я очень доволен. Ребята показали мастерство, которое конкурирует с чемпионатом мира, с первым местом на чемпионатах мира и Европы. Эти ребята уже готовы, они могут ехать, и мы будем делать все возможное, чтобы их помогать в этом. И надеюсь на медали наши дома, это хорошо, но когда медали с чемпионата мира приезжают на домой, это гораздо лучше. Будем развивать данный вид спорта, будем увеличивать и подключать дополнительные клубы юг, север Молдовы, Приднестровья. И будем расширять. У нас было около 70 участников. Надеемся, что в следующем году будет более 100, а это примерно уровень чемпионата Европы.